Всем привет, мои дорогие. В общем, пришла домой, залечили мне зубик. Короче, сказали, пока твердо грызть нельзя. А я откусываю этой стороной. И спросили, что все-таки решилась вставлять. Я говорю, да, ну, настраиваюсь. Еще на один зуб записали на 21 число лечить. И говорит, настраивайся на удаление. А я ужасно боюсь удалять корни. Ну, придется, потому что без зубов никак. В общем, пока что у меня не получится грызть. Я не знаю, как быть. Я жду посылку. В общем, когда придет посылка, я думаю, как-нибудь придумаю с пастами. Потому что там глинки придут. Вот. Будем с пастами пробовать. Так что вот так вот. А так могу выходить в прямые эфиры, разговаривать, общаться. Ну, попробую, конечно, вечером что-нибудь придумать. Не знаю, посмотрим. В общем, ладно. Пишите свои комментарии. Все-таки я решилась твердо. Я в тот раз забросила это дело, да и сами знаете, жили в деревне, постоянно ездить сюда, и это сейчас мне недалеко от больницы, я живу, мне дойти тут 5-7 минут, короче, ходьбы, если быстро, а так 10 минут. Вот так вот, короче, в общем, жду ваших ответов. Где-то, ну, я думаю, то, что я не сдержусь, все-таки мне там пиленные мелочки и глинка придет, тогда будем с вами с ними снимать. Посылка идет с Челябинска, моя подписчица мне отправила подарок, вот, и она сейчас пока что в город, блин, забыла название, представляете, забыла название. Капец, а потом еще какой-то. В общем, 4 дня уже в пути. Вот, жду, короче. В общем, ладно, я вас всех люблю, жду ваших ответов. Хотите, вечером выйду в прямой эфир, там поболтаем с вами.